100 рублей с чемпионата мира по футболу и монеты с символикой универсиады в Красноярске. Жители Алтайского края на этой неделе могут обменять мелочь на памятные монеты и купюры. Акция, которую инициировал Центробанк, стартовала сегодня и продлится до конца недели. Дни приема монет пройдут в 10 городах и 19 районах Алтайского края. Любой желающий может поменять мелочь на более крупные, даже памятные монеты и купюры, среди которых 25 рублей, посвященные 75-летию снятия блокады с Ленинграда и 25-летию принятия Российской Конституции. 10 рублей с символикой Всемирной зимней универсиады в Красноярске, а также 100 рублей, посвященные чемпионату мира по футболу. Эта акция нужна для того, чтобы монета возвращалась от населения в торговые сети, в платежный оборот. Зачастую, когда мы принимаем на сдачу монету, мы просто ее куда-то складываем, да, и таким образом она оседает на руках у населения. Поэтому вот нужно для того, чтобы монета вернулась, такую акцию проводить. Перед тем, как идти менять мелочь, нужно обратиться в ближайший банк и уточнить подробности акции. Кстати, за 2 года проведения акции банки приняли от жителей Алтайского края больше 2 миллионов монет на сумму свыше 6 миллионов рублей.